И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, и мы продолжаем просмотр аниме «Класс превосходства». Добро пожаловать в «Класс превосходства». У нас по счету идет 6-я серия 2-го сезона. Прежде чем мы приступим к просмотру, напоминаю, в который уже раз, я буду это часто напоминать, о том, что я, ну, плюс-минус на постоянной основе, часто буду запускать стримы и стримить на Твиче, на которых мы будем играть, будем смотреть аниме, будем просто общаться, разговаривать и так далее. Вот, для того, чтобы не пропустить прямую трансляцию, подписывайтесь на Телеграм. Ссылка на Телеграм есть в описании под каждым роликом, потому что конкретно именно в Телеграме я буду кидать оповещения по поводу запуска стрима. На Ютубе такие оповещения кидать буду либо редко, либо не буду кидать вовсе. Вот, так что не забывайте подписываться на Телеграм. Вот, это единственное, что я хотел сказать. Ну а мы будем приступать к просмотру. Так что желаю всем приятного просмотра, друзья. Поехали смотреть, что нам преподнесет эта серия. Эпизод 6. Страдание к правде путь. Сейчас, извините, секундочку, раз уж у меня Steam запущен, надо ответить. Вот так, все. Надеюсь, мне не будут больше мешать. Харикита. Если ты сейчас уйдешь, наш класс точно проиграет. Как по мне, у нас уже проблема. Но проблема — это не проигрыш? Да. Ведь я старался, тащил вас к победе. Судо, я заметила, что ко дню спорта ты подошел серьезно. Вот только и ошибок допустил много. Слушай, не трепи мне нервы, Харикита. Я и без того вот-вот взорвусь. Ведешь себя как ребенок. Но ты живешь в обществе, пора бы уже повзрослеть. Рот закрыла! Вся проблема как раз в твоих психах. Да-да-да-да-да, я об этом говорил еще в первом сезоне. На таком моменте, типа, гуяк и опенинг, ладно. Конечно, нотации читать, но, блин, ну тебе в первом сезоне говорили, что ты ёбнутый, но в плане именно псих, да? То есть ты вот так вот реагируешь, ты же должен понимать, что... У каждого человека свой потолок. Ты хорош, допустим, в спорте, кто-то хорош в математике, кто-то хорош в физике, кто-то хорош еще в чем-то. Но, если вы не будете действовать слаженно, то есть вы класс, вы единое целое. Если не пытаться действовать слаженно, да, и помогать друг другу, вот, учитывая все, скажем так, способности и все неспособности человека к тому-либо иному, да, нужно все это учитывать для того, чтобы продвигать свой класс. То есть, да, ты хорош в спорте, и поэтому старайся без всяких психов, да, пытаться продвигать свой класс к победе. Пусть не первое место, ну, все равно, где-то как-то устроить какую-то борьбу, да. То есть на протяжении всего этого аниме, в основном, ну, ты реально тупил, и тебе помогали, тебя защищали, тебя вытягивали, тебя вытаскивали, да. Вот, при этом таких психов по отношению к тебе не было. Реально, вот, вспомните, его постоянно защищают, то есть тебя тащили. А сейчас появилось единственное, в чем ты хорош, что ты умеешь, в чем ты можешь помочь. И тебя, видишь ли, бесит, и ты горишь от того, что у кого-то из твоего класса что-то не получается, и что, в общем, другие, типа, там, классы, к примеру, класс С, да, действуют нечестно. Ну, глупость, он просто вот этого вот не понимает, и я вообще не понимаю, блин, до сих пор не понимаю, какого хрена он попал вообще в эту школу. Заканчивай нудеть, Харикита! Меня от твоих норовоучений уже тошнит! Я ж спортсмен, думал, одной левой день спорта выиграю! Угу. Но есть и групповые состязания. Как победить, если вся твоя команда обуза? У тебя на лбу написано, как ты не любишь проигрывать в том, что умеешь. Только, неужели это все? Я хотел стать звездой класса и добиться уважения. Ну или хотя бы попытаться. А еще заткнуть за пояс всех тех, кто надо мной потешился. Стремно, скажи. Мои родители отбросы, и я ничуть не лучше. Думал, никогда таким не стану, но с каждым годом все больше похож на них. Это совершенно неправильный подход. Нельзя обвинять других в том, каким человеком ты стал. Ты сам должен определять свой путь. Как бы мне легко жилось, если бы я смогла унаследовать гениальность брата. Ты к чему клонишь? Никем ты еще стать не успел.
А будущее сформируешь своими решениями. Как спортсмен, ты определенно наделен несравненным талантом. Но сейчас ведешь себя как ничтожество. Ты пытаешься сбежать от реальности. И если продолжишь дурью маяться, я по-настоящему заклеймлю тебя как отброса нашего класса. Ну так вперед из песни. Плевал я на вас с высокой колокольни. Обеденный перерыв подходит к концу. Дорогие учащиеся, пожалуйста, пройдите на поле. Вали к классу, Харикита. Ну ты повалю. Я туда только с тобой. Буду ждать тебя здесь. Мне по барабану. Что-то не похоже на то, что это выигрышная стратегия, да? Да, спасибо. От Харикиты, типа то, что он спустится и придет. Можешь повязать ленточку. Она кожа так прикольно выглядит. Не ожидала, что Харикита пойдет искать суду. Выигрышная стратегия, да? Да, спасибо. От Харикиты, типа то, что он спустится и придет. Можешь повязать ленточку. Она кожа так прикольно выглядит. Не ожидала, что Харикита пойдет искать суду. Кушида. Потерпи немного, я уже почти завязала. Это ведь ты? Ты же предательница, которая слила классу Си наш порядок выступлений. Ну что ты такое говоришь, Аянакоджи? Или это шутка такая? Знаешь, если честно, очень обидно. Я видел, как ты фоткала весь список на телефон. Так это, чтобы не забыть ничего. Только мы запрещали снимать. Ой, правда, что ли? Прости, из головы вылетело. Подожди, ты меня из-за этого подозреваешь? Я точно уверен. Ведь в ином случае... Не подозреваю, а точно уверен. Мы проиграли состязание настолько в сухую. Хорошо, Аянакоджи. Допустим, что я и правда предательница, сдавшая списки нашего класса. И? Раз ты обвиняешь меня из-за съемки, значит, изначально знал, что я кому-нибудь солью фотки. Но почему тогда не сменил после этого расстановку? Смысла не было. Раз предатель из нашего класса, он бы все равно пронюхал. Это почему же? Потому что каждый из нас может в любой момент взять список и еще раз его просмотреть. Но можно ведь было спрятать настоящий список. Сдай ты его в последний момент, и предатель не успел бы ничего сделать. Времени бы не хватило. А, конечно, поступи ты так. Сейчас бы никто не знал, что делать. Да, плохой вариант. Впрочем, я не предательница. Может, мне уточнить у Чебаширы? Спрошу, не приходил ли кто к ней, чтобы посмотреть список участников после его сдачи. Все-таки ты не лыком шит, а я на коже. Вот что с тобой. Ты только это понял? Да, все верно. Это я слила информацию класса Си. Теперь вопрос, для чего? Только, Аянакоджи, ты ведь никому не сможешь рассказать об этом. У меня же лежит форма с твоими пальчиками. Ой, господи. Вот честно, тогда, когда был первый сезон и была эта серия, я на самом деле увидел в ней какого-то такого грозного соперника, противника, который что-либо способен... предпринять, что-либо способен сделать и как-то повлиять на Аянакоджи. Как-то сунуть ему палки в колеса, да? То есть, ну, не то чтобы уничтожить целиком и полностью, но доставить огромную кучу проблем. То есть, я увидел такого человека в ее именно вот выражении лица, в этом вот, все, как она сделала, да? Но после всех остальных просмотренных серий, до нынешней вот серии, да, до нынешнего момента, мне ее жалко. Мне ее жалко, и отчасти я за нее боюсь, потому что Аянакоджи — это не тот человек, которому нужно ставить какие-то условия. Это не тот человек, которого нужно пытаться запугивать. Это не тот человек, до которого нужно доебываться. Ты что делаешь? Он же тебя нахуй съест, просто проглотит и выплюнет. Он же тебя просто-напросто, не знаю, перепотрошит. Переедет нахрен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня просто слов нету, да, как бы по поводу того, что он с ней сделает. Он же ее просто уничтожит, он ее сотрет. Ну, понятно, она этого не знает, но... Бедная девочка. Да я и не спорю.
Я не могу объявить тебя предательницей. Просто хотел уточнить. На экзамене на корабле. Ты ведь и тогда нас предала. Сообщив Рюэна, что стала избранной. И взамен потребовала кое-что для себя. Ты сейчас о чем? Неужели догадываешься, ради чего я готова навредить нашим ребятам? Тут все просто. Ты попросила его о том же, о чем прежде обращалась ко мне. Ага, понятненько. Ты правда все про меня поняла, Юнакоджи. Догадался, что я хочу выгнать из школы Судзуны Харикиту. Вот только я не понимаю, почему ты так на нее ополчилась. Чем она тебе насолила? Вот увидишь, я добьюсь того, чтобы ее выгнали. И как бы кто ни упрашивал, я все равно добьюсь своего. Ради своей цели ты готова подставить даже весь класс? Да, конечно. Мне не обязательно подниматься до уровня Эй. Главное, чтобы Харикиту отчислили. А большего мне и не надо. А. Только не подумай чего плохого. Как только Харикиты не станет, я с радостью встану подле ребят. И вместе мы попытаемся подняться, давай. Попытаемся. У меня все равно вопрос. Почему она так, так на Харикиту обоздана? Не то чтобы я испытывал какие-то теплые чувства по отношению к Хариките. Да, во втором сезоне она мне почему-то не очень сильно нравится. Если в первом еще как-то я к ней хорошо относился, здесь она мне... напоминает мою такую вот тоже одноклассницу, была прям такая вся из себя постоянно серьезная, при этом грустная, при этом постоянно у нее тоже были какие-то проблемы, типа там то с братом, то еще где-то что-то, то есть, ну, прям вот дико напоминает мне, и она меня так бесила, она меня просто так раздражала, и из-за того, что в школе меня вот раздражала вот эта вот моя одноклассница, которая похожа на вот эту вот Харикиту, да, меня сейчас начинает чуть-чуть, не то чтобы бесить и раздражать, но такая вот какая-то неприязнь по отношению к Хариките, но все равно непонятно, почему такая неприязнь исходит от нее, то есть почему она хочет ее исключить, то есть нам ничего по поводу этого не рассказывали, не объясняли. Ну и ладно, в принципе, Янакоджи ничего на данный момент делать не будет, тем более он хочет, чтобы они проиграли в этом состязании, но... Она и в следующих будет пытаться как-то предавать, где-то как-то что-то делать, потому что она заключила сделку с Рюэна, да? И до тех пор, пока Харикита в классе, она будет, повторю свое выражение, вставлять палки в колеса классу. И в тот момент, в тот экзамен или что бы то ни было, когда Аяна Коджи нужно будет победить, понятно, он с сознанием этого вот всего, того, что она может слить инфу и все остальное, он может ее спокойно на изи переиграть, да? Переиграть и выйти все равно победителем из той либо иной ситуации, если он, конечно, захочет победить. Но в то же самое время он может пойти по легкому пути. То есть, если она будет пытаться перейти ему дорогу, то есть сейчас она переходит дорогу класса в целом, но ему на это плевать, потому что он не хочет победы, да, и переходит дорогу Хариките. На это ему тоже плевать, потому что он срал на Харикиту и срал на всех остальных. Это ясно, это мы уже поняли. Но когда он захочет победы, и он будет стараться типа продвинуться, и она будет мешать классу, и это будет влиять непосредственно конкретно на него, и будет мешать именно Аяна Коджи, вот в этот момент он ее уничтожит. Просто-напросто. А я тебе могу обещать. Ой, постой. Я решила немножко пересмотреть свои планы. А виноват в этом ты, Аяна Коджи. Ты только что попал в список людей, которых я хочу прогнать из нашей школы. О-о-о! Я тоже буду помогать классу. Все. Извините, но все, ей пизда. Какая же тебе пизда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, если бы ты только знала просто, что с тобой будет. Я не знаю, что с ней будет, да? То есть я не могу этого предположить. Но я просто понимаю, что ей такая пизда. Бедная. Нахуя ты это сказала? Ты же себе могилу выкопала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты реально меня у лифта ждала? Да. Подожди, Судо. Куда ты теперь? Назад, в свою комнату. Не спеши. Весь вот, например, как словами можно выкопать себе могилу. О том, кто я сама такая. И о том, что ты за человек. И пришла к выводу. Мы с тобой ужасно похожи. Каким местом? Мы вообще разные. Ты ведь знаешь главу учсовета? Высокомерного козла?
Он мой родной старший брат. Только мы с ним далеко не в самых теплых отношениях. А все из-за того, что я слишком бестолковая. Он же хорош во всем. И терпеть не может возиться со мной. Только ты, девчонка, умная, да и спорт тебе дается. На таком уровне, что брат с легкостью меня превосходит. И что? Всю жизнь я бежала за ним и не уделяла внимания своему окружению. Знаешь... Вот оно, я в какой-то уже из реакции говорил, да, что вот что происходит, когда ты пытаешься кому-то вот именно подражать, то есть быть как кто-то. Ты никогда, во-первых, не достигнешь уровня того, за кем ты вот так вот бежишь, и тем более не сможешь его переплюнуть, да, потому что для тебя это вершина, все, для тебя это потолок, для тебя это идеал. И ты стараешься гнаться за этим идеалом, подражать этому идеалу, и ты не сможешь по итогу достигнуть уровень этого идеала, а тем более перепрыгнуть его. И если же ты забудешь об этом, и просто будешь думать о том, блин, я лучше, у меня получится, я смогу, допустим, типа, стать лучше, да, я приложу для этого все усилия, не смотреть где-то на какие-то его там достижения, ни на что, просто-напросто следить за собой, пытаться именно становиться умнее, становиться лучше, становиться как-то изворотливее, да, то есть она слишком, у нее мысли постоянно направлены по отношению того, что я вот такая, я хуже брата, у меня не получится, типа я стараюсь, я за ним бегу, он все равно лучше меня. И вот это такой вот, это, короче, пессимизм. И этим вот пессимизмом она себя сама давит. Она себя давит и стопорит. То есть она именно вот якорь этим бросает, и она не может двинуться с места. То есть она не может никак его до него дойти, а не то чтобы перегнать. Если же она перестанет обо всем этом думать и просто начнет заниматься собой, да, и двигаться вперед, то может быть, не факт, конечно, но может быть, у нее получится догнать, а то и перегнать его во всех смыслах. Но именно с таким вот пониманием, которое у нее на данный момент, типа она так и останется в его тени. Ничего не изменится. К чему это привело? Теперь я всегда одна. Раньше мне казалось, что это нормально. Я верила, что если буду лучшей, то однажды смогу оправдать ожидания брата. Даже ко дню спорта я пыталась подойти максимально расчетливо. Думала, что если засвечусь, выиграю в куче разных состязаний, брат обратит внимание. А победа класса была для меня на втором месте. Но сейчас я наконец осознала. Никакая я не особенная. И действовать надо было иначе. В одиночку не победить. Возможно, только с помощью товарищей я смогу впервые приблизиться к вершине. Но я ни за что не сдамся. Я хочу, чтобы брат признал меня. И постараюсь стать достойным человеком. Но это уже чуть-чуть получше мысли. Не совсем правильные, но чуть получше, чем были до этого. Обещаю, я верну тебя на него. Обещаю, что больше не оттолкну. Поэтому, пожалуйста, помогай мне до того дня, как выпустимся из школы. И взамен, клянусь, я тоже не буду жалеть сил ради тебя. Ведь только что твои слова пролетали мимо ушей. Почему же теперь они эхом отдаются прямо в сердце? Я повторю еще раз, Кэн Судо. Пожалуйста, одолжи мне свою силу. Харикита? Черт! Хорошо, я помогу тебе. Такое чувство, будто меня впервые в жизни признали за что-то, кроме баскета. И я хочу ответить на твое доверие. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Но самое сильное меня, в общем, из этой серии интересует именно, как Айана Коджи будет уничтожать предателя нашего. Мало того, что сорвался и хера-то ударил, так еще и настрой весь убил. Не говоря уже о том, что наша неудача — это моя ответственность. Судо. На последнем состязании я покажу все, на что способен. Конечно, мы тебе полностью доверяем, Судо. А ничего, если я попрошу меня заменить. Боюсь, такой ногой я не смогу нормально пробежать. И правда ведь. Кушида, ты не против подменить? Да, конечно. Ребят, вы извините, но можно мне тоже поменяться?
Я подвернул ногу, когда перед обедом бежал 200-метровку. Думал, отдохну немного и пройдет, но не тут-то было. Ну, давайте сейчас все поменяемся. Нам теперь еще и парня нужно на подмену найти. Ребят. А я на Коджи? Против, если я побегу. А вот это интересно. Хоть он не хочет победы, но интересно понаблюдать за Яной Коджи. Ну, Куша, да, бля, какой же тебе капец. Просто... У меня это с головы не вылезет. Удачи! Просто для меня это кульминационный момент в этой серии. Именно слова Кушады. Я с самого начала наблюдаю за вашим классом. Мне казалось, что твои одноклассники безнадежны. Но сейчас почему-то это ощущение пропало. С вами что-то случилось? Если что-то и изменилось, то лишь благодаря усилиям твоей сестры. Понятно. Наш класс станет очень сильным. Предположение меня не интересует. Ну ладно. Быть может, ты хотел бы узнать, что я за человек? Чего? Если тебе это нужно, я готов пробежать с тобой на перегонке. А почему? Любопытно. Любопытно. Самый лучший. И против Аяна Коджи. А это хайп. До скорой встречи, сэмпай. Извините. Благодарю. Что там? Ждет именно пока Аяна Коджи побежит, да? Типа что? Перед забега я тебе кое-что скажу. И что же? Беги изо всех сил. Аяна Коджи! Обалдеть! Серьезно? А все... Смотри, как еба... Как щемит, блядь. Но он приложит, наверное, ровно столько усилий для того, чтобы просто-напросто его чуть-чуть обогнать. В присутствии посторонних. Эй, глава, я добавлю газа. Проклятие, вот так обида. Секунду, не знаю, победил он или нет, но понимаете, просто именно вот когда наблюдаешь за тем, что делает Аяна Коджи, ты понимаешь, что он сделает это всегда лучше. То есть... Он всегда прилагает, вот, блин, до такой степени гениальный человек, он прилагает ровно столько усилий, чтобы выиграть на чуть-чуть, но не больше. То есть он может гораздо больше, гораздо лучше в любой, в каждой ситуации, но прилагает именно чуть-чуть, чтобы чуть-чуть быть напереди. Ну, в тот момент, когда ему это нужно. В тот момент, когда это ему нафиг не сорвалось, как бы он и там пальцем не пошевелит, да? То есть выглядит таким своеобразным лентяем. Вот, и такое небольшое уважение по отношению к брату Харикита, да? Понятно, что это задело его, ну как задело, то есть ему у него такой вот тоже был дух соперничества, да? Ему интересно было посоревноваться, и поэтому он ждал, пока добегу до Аяны Коджи, чтобы выбежать конкретно именно вместе. Но все равно дань уважения ему нужно отдать, потому что, в принципе, он мог, типа, там, если был бы просто какой-то вот падлый, вот был бы на его месте Рюин, да, то Рюин, наверное, побежал бы сразу же, как получил бы палочку, вот, а Аяна Коджи побежал бы потом за ним. Да, Аяна Коджи все равно его, наверное, обогнал бы, даже при таких условиях, но все же, как бы, дань уважения брату Харикита отдаем. Но кто победил все-таки? Эх, хорошие результаты, так-то! Правда, как класс, мы заняли последнее место. Это да. Но можно же отпраздновать, что красные победили. В принципе, все классы потеряли очки, так что мы неплохо держимся. А ты дико шустро пробежал. Просто соперники медленные попались. Да что ты.
А, не обошел, решил не обогнать. Перед тобой ведь другой бегун свалился. Но результат зафиксирован. Прекрасно. Сможешь повторить, когда посмотришь на ребят? А я на кот же! Я и не знал, что ты такой реактивный. До сих пор что, с пустилку выбегал? Ты правда здорово пробежал, а я на кот же. А я был о тебе худшего мнения. Так он нихуя, он как флэш щемил. Вот рвануло за всех сил. Это мало что объясняет, обманщик. Не надо так приветствовать воина, который все силы отдал сражению. Больно, знаешь ли. Если бы ты с самого начала так бегал, мы бы, глядишь, не продули. В этот раз я проиграла. И без шансов. Но ничего страшного. Что-то подсказывает, что этот день спорта сделал меня сильнее. Не ожидала, что так скажу. Но это поражение станет основой будущих побед. А что плохого, если ты стала немного лучше? Наш класс будет очень сильным. Придет время, и мы точно поднимемся выше. Чего? Меня аж дрожь пробрала, насколько эти слова не в твоем духе. Я точно сама не своя. Ну ничего. Впереди у нас еще гора забот. Да и сейчас надо разобраться с проблемами. Какими? Тебя они точно не касаются. Спасибо за себя. Да? Ну, он сам будет решать, что его касается, а что его нет. Так, сейчас остановлю на момент, просто пока не забыл. Я помню ваши комментарии по поводу того, типа, что я поменяю свое мнение по отношению к Урайзаве, да? Вот с того момента, как они были на острове, когда она просила туалет, как бы я на нее тогда взбесился. Вы мне говорили, что во втором сезоне я поменяю отчасти свое мнение по отношению к ней, да? И да, это происходит на данный момент, либо произошло уже вовсе. Она мне начинает нравиться, она мне начинает симпатизировать. То есть такая, ну, не знаю, Курайзава, в принципе, прикольная. И вот именно ее выражение лица и то, как она сейчас себя ведет, да, и вот когда именно в те моменты, когда ее показывают, ну, не знаю, мне она пока что нравится, хорошо. Привет. Я впечатлен, что ты не сбежала, Сузуне. Если я сейчас бегу, как человек опущусь на самое дно. Я ко всему готова. Мне нравится твой настрой. Что, теперь ты уже не та слабая девка? Но прежде чем говорить с тобой, может, закончим уже эту комедию? А? Не понимаю, о чем ты? Скажи, это ведь ты слила списки нашего класса на День спорта. Поэтому Си-класс и сумел нас разгромить. Ну а с Рюином ты сейчас вместе, чтобы разговор прошел удачно. Или нет? Какой кошмар! Кто тебе эти глупости наговорил? Хирата? Или Аяна Кодзи? Кроме нас здесь только Рюин. Может, хватит уже ходить вокруг да около? О чем ты таком говоришь? Сначала я тебя не узнала. А потом, наконец, вспомнила. Ну-ка. В средней школе была девушка, похожая на тебя. Улыбка. А? Неудивительно. Тогда я была проблемной ученицей. Раз вспомнила, значит, уже догадываешься? Скажи, чего я, по-твоему, добиваюсь? У тебя одна цель. Отчислить меня из этой школы. Почему? Что между вами произошло? Разве ты не боишься, что сама можешь пострадать? Да, могу. И что? Если вздумаешь рассказать кому-то про меня, уж поверь, я тебя просто раздавлю. Более того, ой, ты уже и так очень... твоего драгоценного братика. Ты уже очень многое наговорила, блядь. Почему не закапывай себе могилу. Не выкапывай себе могилу ты еще больше. Ты прекрасно знаешь, что я не лезу в чужие дела. Чтобы стать, наконец, самой собой, мне нужно раз и навсегда избавиться от всех, кто знает мое прошлое. Надо же. Получается, я тоже твоя добыча? Посмотрим, как фишка ляжет. Тебе палец в рот не клади. Ты еще на Рюэна доебись, ага. Я 100% добьюсь твоего отчисления. И ради этого даже дьяволу душу продам. Такие вот дела.
Печально. Я проиграла тебе без шансов. Проблема на дне спорта тоже ведь твоих рук дело. Жертву из себя строишь. Ну, почему бы и нет? Давай-ка я попробую угадать, что ты себе навоображала. Дай подумать. Еще до начала дня спорта я через Кикё получил в списке класса D с расстановкой по состязаниям. И нашел им применение. Победил, выставив против каждого из вас неудобного соперника. Получилось впечатляюще. Да и удача тебе улыбнулась. Удача? Травма, не позволившая мне дальше участвовать. А еще и то, что Киношита сильно покалечилась, когда упала. Ни то, ни другое никак не подстроишь. С какой бы радости ее рана оказалась случайной. Неужели ты... Она и правда тогда упала. Но тяжелую травму так просто не заработаешь. Поэтому я приказал ей изобразить боль. А потом сбросил вниз с главной сцены, прямо на землю. Вот, ну, как бы это и так я понимал. Вот как. Что это его рук дело. То есть, ну, это было понятно. Кстати, я записала весь наш разговор. А вот если я бы лучше этого не показывал. Встать, или снова потребуешь очки и встать на колени, я представлю против тебя эти доказательства. Ну, слушай, а ты знаешь, как меня позабавить, Сусуне? Ты забыла, что я вначале сказал? Я просто угадывал, что ты там себе навыдумывала. Все мои слова не более чем фантазия. Не забывай, что я могу вырезать фразу о том, что это выдумка. Ну, попробуй. Я тогда сдам оригинал. Как видишь, я и сам записал весь наш милый разговор. Вставай на колени, Сузуне. Что ж, хорошо. То есть она попыталась переиграть того, извините, что она на таком моменте, переиграть того, кого переиграть, ну, в принципе, у нее шансов нету абсолютно никаких, да? Ну, как бы отдадим... не то чтобы должное отдадим Рюэну, да? А просто... вспомним то, что в плане именно таких вот махинаций, манипуляций, каких-либо подлостей, Рюэн лучший. Один, или как минимум один из лучших. Поэтому его же оружием, ну, не перебить никоим образом, потому что он придумает и подготовится к этому еще задолго до того, как ты вообще подумаешь это сделать, правильно? И он сразу же предположил, что ты способна сделать что-то подобное, записать на телефон. Это банально. Это банально. Единственный, кто в этой ситуации проигрывает, это Кушида. Потому что что у него на телефоне, что на телефоне у Харикиты написано ее признание, да, и которое ни хрена не является выдумкой, и там нету слов по поводу того, что это выдумка. Вот, и это для нее проблема. Хотя она и так себе проблем уже достаточно откопала. Она доебалась до Харикиты. Она, мать твою, боже, доебалась просто-напросто, да, я на Коджи. Вот, и сейчас еще же, если доебется до Рюэна, то все, просто ее изничтожат. Вот, но да, Рюэна такими методами не переиграть никоим образом, конечно, да. Рюэн Кокера, просто послушай. Нет, слушай, это круто. Сузуне. А тот, кто дергает за твоей спиной за ниточки, просто космос. Он предвидел все, что случилось между нами здесь. Нам надо подставить Сузуне Харикиту из класса D и раз и навсегда ее сокрушить. Сейчас я расскажу, как это сделать. Во время бега с препятствиями ты должна будешь влететь в нее. Мне плевать, как именно, но повали ее на землю. Затем я нарисую тебе травму и вытрясу из D класса денежки. Это как понимать? Похоже, что предатель завелся и в Си-классе. А тебя вообще использовали, Кикё. И твое предательство, и все наше шоу кто-то предсказал. Сама слышала, какую запись он мне прислал. Не просто будет вывести такого типа на чистую воду, но я его защищу.
Сузуна, на сегодня мы с тобой закончили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, это дикий хайп. Просто, ребята, это дичайший хайп. Это, блин, это сногсшибательная серия. Это безумно классная серия. Аяна Коджи, ёбаный ты ж... Ох, ох. Предвидеть все, абсолютно все, до начала составления какого-либо плана. То есть вы понимаете, что он предсказал, что будет делать класс Си, еще до того, как вообще класс Си думал, что он это будет делать, до того, как были изданы все указания. Ну, то есть все вот это вот, он все это предсказал заранее. И уже был готов к этому, то есть он предсказал. Либо нашел человека, который будет работать на него, либо сам где-то чего-то как-то добился. Но, скорее всего, нашел человека. Он обычно, как сказал Рюэн, типа дергает за ниточки, да? Вот, а значит, у него в классе Си кто-то есть. Кто-то, кого нам еще не показывали, но кто-то, кто тоже стал его марионеткой. То есть, зная на Коджи, это вполне вероятно, что кто-то там такой есть, да? Но он это все предвидел. Все это предсказал, подготовился к этому, нашел человека, который по итогу написал эту запись, после этого не подавал никакого вида, просто наблюдал за ситуацией, за тем, как все это происходит. То есть он мог порвать их изначально, да? С помощью этой записи он мог спокойно победить в этом состязании, спокойно поставить на место Рюэна, да? Но он этого не сделал. Ну да, он говорил, что ему победа не нужна. Но просто Аяна Коджи, блядь, ты, блядь, не знаю, что я о нем буду думать под конец этого аниме, хотя конец этого аниме далеко еще не скоро, потому что хрен знает, сколько еще будет сезонов, и будут ли они вообще, вот, но пока что для меня Аяна Коджи это что-то, не знаю, что-то такое вот, знаете, загадочное и божественное, но с той же стороны дьявольское. То есть его методы часто бывают такими вот дьявольскими, но он, блядь, он в плане, знаете, бог не то, что что-то такое светлое, а в плане как всемогущее. Что-то вот, что-то, какой-то всемогущий, мать твою. Просто-напросто. И повторюсь. Бедная Кушида. Она, может быть, догадается, что это сделал типа Аяна Коджи. Может быть, мозгов у нее не хватит догадаться об этом. Рюэн пока что не понимает, кто это конкретно. Ну и ладно. Еще, что я хотел сказать. Что-то я хотел сказать по поводу Кушиды. Что-то у меня вылетело из головы. Почему-то вылетело из головы. Блин, вот так бывает, знаете, хочу что-то сказать, несколько сразу же каких-то мыслей вертится в голове, и пока говорю одну, забывается та, которую хотел сказать следующий. Ну, может быть, как-нибудь вспомнится в дальнейшем. В общем, серия замечательная, серия прекрасная, можно даже сказать, что, в принципе, Аяна Коджи переиграл здесь абсолютно всех и каждого, и вышел победителем, пусть классный вышел победителем, но он в этой ситуации, конечно же, да, все это разрулил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кушай, да тебе пизда. И на этой ноте будем тогда заканчивать и буду со всеми прощаться. Надеюсь, ребята, что вам понравилась эта серия. Надеюсь, что вам понравилась моя реакция на нее. Не забывайте опуститься чуть ниже и в описании. Найти ссылочку на Телеграм и подписаться на него в обязательном порядке. И всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся очень скоро в новых реакциях, которые мы смотрим на это аниме, ну и на другие. Всем пока-пока.